Кончик корня покрыт корневым чехликом. Он образован покровной тканью и защищает клетки зоны деления от механических повреждений. Клетки зоны деления постоянно делятся, давая начало всем клеткам корня. В зоне роста клетки продолжают делиться, а также растут, обеспечивая этим рост корня. В зоне всасывания клетки наружного слоя образуют длинные выросты – корневые волоски. Длина корневых волосков обычно не более 10 мм. Они недолговечны, и у большинства растений живут всего несколько дней, а затем отмирают. Новые волоски возникают из молодых поверхностных клеток, расположенных ближе к кончику корня. Корневые волоски всасывают из почвы воду и минеральные соли. Корневые волоски увеличивают всасывающую поверхность корня в сотни раз. В центре корня расположены проводящие ткани древесины сосуды, по которым передвигаются вода и растворенные в ней минеральные соли из почвы, а также сетовидные трубки, по которым перемещаются органические вещества от листьев и стебля. Эти вещества используются клетками корня для процессов жизнедеятельности. Между сосудами и сетовидными трубками располагается узкий слой тонкостенных клеток камбий.